Меня зовут Алексей Макеев, я тележурналист. Я призываю всех последовать моему примеру и изменить себя вместе со мной. Давайте строить тело вместе. Итак, чтобы стать таким же прекрасным мачо, как Андрей Малахов, я отправился в планету фитнес, чтобы с персональным тренером Андреем Сиротиным добиться невероятных результатов. Как сказал Андрей, ключевой момент в достижении цели – это правильное питание. Об этом мы рассказали вам в прошлой серии. И еще один секрет – это здоровый сон. Как это ни ужасно звучит, но в идеале спать нужно 10 часов. А еще один важный секрет для наращивания мышц – это сон, да, здоровый сон. В идеале бы часов это 10. В идеале. Но эту цифру даже страшно называть. Но я на самом деле так и у меня получается. Я сплю 10 часов. И я сплю прекрасно, потому что у меня специальный матрас Арматек, который позволяет, ну, просто вот после тренировки расслабиться, восстановиться. Там специальная система пружин, и это на самом деле новинка. Этот матрас только что изготовлен. И, конечно, если бы было можно, я бы и больше, чем 10 часов. Если бы такой матрас был у Андрея Малахова, я думаю, результаты были бы гораздо выше. Итак, секрет здорового сна в правильном ортопедическом матрасе, которым я обзавелся сразу после начала тренировок. Ну, на самом деле, я давно так не спал. У меня все время спал на раскладном диване и ворочался всю ночь, и мне казалось, это вполне нормально. Здесь это вообще, я как провалился в какую-то бездну. Невероятное ощущение, это стоит только самим вот такое вот у себя установить на кровати и попробовать, что это за невероятное ощущение. В основе этого матраса лежит интеллектуальная система пружин разной жесткости, предоставляющая адекватную упругую поддержку всем частям тела. Пружины реагируют на оказываемое давление, обеспечивая положение, оптимальное для здоровья спящего. Ортопедический эффект усиливается слоем зонированного натурального латекса. Эксклюзивный чехол не только идеально завершает весь этот ансамбль, но и гарантирует прекрасную вентиляцию матраса благодаря дышащей сетке по периметру. Этот матрас специально создан для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата и улучшения сна. Spine Pro эффективно восстанавливает организм при высоких физических нагрузках и снижает негативный эффект от неправильного положения позвоночника в течение дня. Конечно, я не мог не рассказать об этом чуде-матрасе источнику своего вдохновения Андрею Малахову. Высыпается ли он при своих физических и профессиональных нагрузках и на каком матрасе спит он? Тренер мне сказал, что нужно спать минимум 10 часов, как это ни ужасно звучит. Вот у тебя удается высыпаться вот такое количество времени? Это правда, еще лучше спать днем. Днем 30 минут сна заменяют 2 часа ночи, поэтому... Но если не спится... Наверное, нужен какой-то специальный матрас для этого, кровать. Вот у тебя есть что-то такое специальное? Нет, я сплю на любом матрасе, могу заснуть прямо вот здесь на диванчике. Да ты что? Потому что мне подарили уникальный матрас Арматек. Это новейшая разработка, делают его в Европе, и он такой упругий, мощный. Я раньше тоже спал просто на диване, а когда у меня появился вот этот матрас Арматек, то как бы у меня даже мышечные боли прошли, вот которые сразу после тренировки. Но нам никто Арматек пока не подарил, но мы готовы попробовать и рассказать всем телезрителям о том, как хорошо спать на этих матрасах. Так неужели у тебя нет этого матраса Арматек? Только нет. Слушай, надо сделать все, чтобы он у тебя появился, потому что то, как ты занимаешься спортом, какие у тебя нагрузки, так это нужно спать только на матрасах Арматек. Выходит, что телезвезда может только мечтать о матрасе Spine Pro. Ведь этот суперсовременный мультизональный матрас – результат сотрудничества группы компании Арматек с кафедрой медицины катастроф Московского медицинского университета Минздравсоцразвития России. Новая разработка отличается повышенными характеристиками и позволяет сохранить максимально физиологически правильное положение тела человека во время сна. И я не мог не похвастаться матрасом и не рассказать о нем еще одной своей хорошей знакомой, которую я застал прямо на съемках в Останкинском телецентре. Прямо сейчас я нахожусь в какой-то волшебной стране, по ту сторону экрана, и рядом со мной настоящая королева, профессор, доктор медицинских наук Елена Малышева. Я хочу заснять вас для истории. Маки, что с тобой происходит? Я просто поражаюсь. На что ты живешь? Как? Тревожно. Я так понимаю, что вы просто в этих декорациях целую жизнь проживаете, потому что 5 раз в неделю выходит эта программа. В этой декорации теперь здоровье снимается, только меняется декорация, но студия та же. То есть 6 раз в неделю, это же сойти с ума. Как вообще вот
можно существовать в таком графике. Мы раньше делали целую неделю одну программу здоровья и были заняты по самое горло. А теперь мы делаем 6 эфиров в неделю. У нас еще остается свободное время. Вот 6 эфиров потребовали технологии. А технология решила все проблемы. Лешка, я пошла, потому что надо готовить. Кстати, именно Елена Малышева еще много лет назад раскрыла мне главные секреты здорового сна. Как правильно спать? На каких подушках? Это во-первых. В каких позах? Это во-вторых. И на каких матрасах? Это в-третьих. Напомним, природа создала нас прямыми. Именно в этом положении позвоночные артерии свободно идут к мозгу и обеспечивают хорошее кровоснабжение. Из Америки она привезла мне в подарок вот такую специальную ортопедическую подушку. Но теперь у меня наконец-то полный комплект, ведь только с годами понимаешь, что правильный матрас – ключевой момент здорового сна. Как правильно спать для того, чтобы высыпаться и чувствовать себя совершенно здоровым. Вот такой еще один секрет совершенства, который мы раскрыли в этой серии. Продолжение следует.